едва не пострадал от столкновения с черепахой полицейский из Вестморленда. Это на Ямайке. Страж порядка пытался посадить животное в ящик. Рептилия оказалась на городской улице случайно. После сильного дождя и вернуться уже к озеру не смогла. Мужчина попытался было помочь, но не тут-то было. Черепаха решила атаковать спасителя. Каймановая или кусающаяся черепаха, отдельные особи могут достигать массы 30 килограммов, а сила ее челюсти больше, чем у акулы.